И снова здравствуйте, Autodesk Moodbox 2019, давайте рассмотрим ретопологию, как именно тут с сеткой происходит дело. Так, базовые не буду я меши брать, это все дело можно закрыть класс. Хочу именно взять ZBrush собаку. Загружаем импорт, нажимаем. Вот высвечивается окно, где мы найдем этот персонаж. Открыть, сейчас он подгрузится. Вот такая собачелла. Вот так она выглядит. И давайте посмотрим, что здесь с ней можно сделать. Нажимаем английскую W. Вот появилась сетка. Вот так она выглядит. И тут нам поменять ретопологию поможет именно вот эта курва. Curve Tool и Create Curve. Давайте посмотрим, что здесь можно сделать. Ну, нарисуем что-нибудь здесь круглое. Вот так вот симметрия включена. И вот так все это дело нарисуем. Вот два круга здесь будет, пусть будет. И один круг вот так вот сделаем. Овал. Вот так. Все, это дело сделано. Теперь заходим в Mesh и находим именно ретопологию. Вот. New операция, нажимаем, жмем retop, здесь все уже настроено, вот изменила цвет вот эта курва, сейчас все это дело снизу здесь прогоняет и посмотрим именно как изменится сетка. Прошло немного времени и вот давайте посмотрим после прогона как изменилась сетка. Так, где мы тут рисовали? На груди. Так близко, как говорится, не приближать. Вот на груди, если видно, то здесь вот именно два круга. Сбоку вот сетка поменялась, здесь овальная стала. Вот такая прикольная штукенция. Вот так все меняется. Сохранять все это дело, нажимаете файл, жмете Export Selection и сохраняете и импортируйте в другую программу. Вот такая прикольная штука. Все, всем пока, до свидания.